команді суперників наш. Сьогодні що-то дрожить. А? Дрожить що-то сьогодні штатів. Что ж такое? Да-да, я слышала. Ах ты прикалываешься. Раньше же у меня спрашивали. Уже просто поняли, что бесполезно.
сейчас такой же начнешь? Нет, я с детства уже только мат. Смотри, поднимайся. Александр, двигай, спокойно. Посиди. Вот теперь передача. Да, здорово. Готовим, готовим. Стань, бери, готовь. Стань, бери, готовь. Вова, Миша, идите. Сегодня прямо так дрожит. Какой-то подоконник опять повело, что ли. Надо... А нету у нас вчерашнего шнура привязать, что тебе? Наташа, посмотри, у него там что. Наташа, вот он к тебе бежит. Вижу. Да нет, тут же батарея. Да. Дима, ты будешь пустить, чтобы зайти на фон, или будешь пустить?
Давай, сюда, можно? Проходи, проходи, он ползает. Правильный бензин. А другой там выйдет. Сейчас, говорит, мяч уйдет, а если не так, сюда! Спокойно, Вова, пускай мяч не сам работает. Не пизди, давай. Тут еще 4.5 часа. Да, где-то так. Кто такой? Андрей Ленин. Втроем на одном мяче стоять и спорят, ну и за факт, кто будет бить. Они думают, должны простреливать. Хорош, Макс, молодец. Здорово, вы работаете. Не хотел знать, что ты говоришь. Я не знаю, что ты делаешь. А, нет. Сейчас как Виктор снос. 2-0. Я свою работу. Перебери, Миша, игроков! Есть! Один, стоп! Да! Ширину сделали! Если бы не на уровне были, то да.
Париж! Первый удар! Дарисов кричал. Yeah.
Ось так. Вроді показав, що біжиш і став. Рука! Рука! Можно и домой. Да, лево, лево смотри. Да, это был. Дима 2! Дима 2! Дима 2!
Все, Рус, не надо, стой, Рус, стой. Вот эта передача в левую бровку твоя. Давай, давай, давай!
это выше надо теперь. Окопались, Сталинград устроили. Пиши туда, я. Люди, пауза, пауза, во, пауза. Сзади, сзади, гори. Третьего ищи. Вов, третьего. Не гаси его туда, я тебя прошу. Я в ноги точно. Сзади, сзади, не надо. Сзади, сюда, не надо. Есть прищи. Давай, давай. Давай, давай. Быстрее давай. Сань, поднимайся выше, один выше, поднимайтесь, втроем в линию стоите. Был, конечно. Лайтсмен! Черт,
Ширина, максимальная ширина. Под него, под еще раз брать. Сзади. Под тобой есть. Рус! Ставь третьего. Уже все поздно, уже поздно. Дай-ка, да, вот, давай. Здорово. Еще, Дим. Блин, Дима, останови, не надо. Дима! Отдавай, отдавай ему, отдавай! Дима, он чутрается! Ничего, ничего! Рот на лицо у него! Так, а может надо переобуться, нет? Сейчас. Вова, иди тоже, вставляй голову. Может, только подайте надо, у нас смотри, сколько футболистов куда-то. А зачем бить? А зачем мы туда защитников центральных отослали? Чтоб он бил? Это что? Если ты хочешь бить, тогда говори защитников центральных. Вы остаетесь, потому что я буду что-то. Еще 20 минут назад, а? Ветер не было. Дима, Паша! Хорош, хорош, хорош! Он мог побить, да? Дядя, там девятки нема. Все правильно, все правильно. Там девятки стоят.
Праги, блядь, наш. Вот он, временная задняя, он же, блядь, вообще прикуя не забил, блядь. А чё? Ну, потому что у меня бесенцы были. Потому что он, блядь, постоянно сосать, хуя. Попадите. Нет. А что ты не на карте приехал? Паша там кричит, ну, угу. Как обычно. Да, вот,
Це вийшов, чуть не забив. Сейчас будет встать. Открывай тайм. Серый, дай футболку. Он сделал все, чтобы его не выпускали. Белый, нет, футболка не Thank you.
Олег! Макс, еще! Еще! А, давай, Ру! Два.
А что он пьет вообще? Что с человеком такое может случиться? Давай, Слава! 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 Дав
Домой, да, да. Давай, давай, гол! Забирай, давай! Ох, и Паша. Как
отнести? Лучше заявку. И тебе скажу, что вот эта вот работа, она такая же нудная, как надо. Может, даже еще нудная, знаешь? Это вообще... Не, ну половина сделана, правильно? О, да. Давай. Выйди, говорю.
Та ти не вообще не понять, я сама себя развлекаю. Понаблюдать за людьми, блин. Так, конечно, смотрится со стороны. Thank you.
тут по 40. До конца, Дима! Ваши документы, понял? Ты себя успокаиваешь? Смотри, передача будет! Я же больше по тревоге пробовал. Не забился до момента. Давай, давай, давай! Давай, собрай! Вдоха долго. Димка, в него, Димка! Да у меня же есть расписание. Дима, да, просто, да, можно? Ровка, спокойно, Дима,
повредимся от того, что упал на газон. Понятно, ты что такое. Блядь, помял газон, да, сюда?
решение, а давай такую тяжелую. Все право, да? Да, правда, ну, сюда, да, да, право. Который понимает, что там люди в офсайде, все равно дают. А вдруг кто-то появится на линии? Давай,
запаху надо еще кончать. Он почувствовал этот запах крови, теперь только спиву забирать. За алкоголь.